Больше 10 лет Ким Сирс, спутница Энди Мары, ездит на турниры с британцем и проживает с ним все крупнейшие победы и тучу поражений. Здесь все, что вам нужно знать о второй половинке надежды всей Британии. Училась в университете Сассекса, поступив с пятерками по живописи, драматическому искусству и музыке. В этом универе Ким изучала английскую литературу. Ким и Энди познакомились на US Open в 2005 году, когда Марую было 18, а Сирс вообще 17. Выяснилось, что они стали парой только в 2006, когда Энди выиграл свой первый турнир и поцеловал Ким сразу после финала. Но это все стало возможным благодаря режиссеру пункт 3. Папа Ким – известный тренер, который работал в том числе с Анной Иванович и Даниэлой Гантуховой. В 2005 году Найджел Сирс временно возглавлял Британскую женскую теннисную ассоциацию. Именно тогда он познакомил Ким и Энди. Пятерка по художественному искусству не прошла даром. Теперь Ким рисует песиков, а особенно своих песиков. Какое-то время она даже вела аккаунт в Твиттере одного из псов Энди. Ким не раз показывала свой непростой характер. Однажды пара рассталась на полгода по инициативе Сирс. По слухам, дело было в том числе и не в здоровой любви Мары к играм на PlayStation. Другой случай произошел в полуфинале Australian Open 2015. Мары играл с Бердыхом, и после обратного брейка мужа Ким нецензурно отправила Томаса домой. Но после посвящения в рыцари Энди пообещал, что больше таких историй с Ким не будет.